Сегодня, ну, я обойдусь без монат. Сегодня я хотел бы рассказать немножко о своей боли, вот, о криптографии и о том, как бы, как я контрибутил в криптографию. Итак, что такое вообще криптография? Я немножечко вас познакомлю с тем, как это вообще работает. Я постарался это сделать максимально просто. Начнем с того, что в основном вся криптография, она состоит из криптопримитивов. Основные криптопримитивы — это односторонние хэш-функции, симметрические функции, энкрипторы, асимметрические энкрипторы, генераторы случайных чисел, псевдогенераторы случайных чисел и куча вот этой вот математики с простыми числами. На самом деле, я уже когда делал этот слайд, я подумал, что на самом деле криптопримитивов по большому счету два. Вот. Первое — это возведение в степень по модулю, и второе — это, собственно, вычисление больших простых чисел. Все. Все остальное уже строится на этом. Давайте пройдемся немножечко по криптопримитивам. Односторонние хэш-функции. Их суть в том, что нам нужно взять какую-то информацию и запихнуть их в fixed length, извините, я не помню, как это, в строку, допустим, или в бинарный массив фиксированной длины. Вот. Для примера, самая простая вот просто от фонаря как бы реализация вот такой хэш-функции, мы берем там, допустим, слово duck. Вот. Берем по алфавиту ее там D4, U21, там C3, K11. И потом, допустим, нам нужно получить хэш-функцию длиной в там, сколько, 8 цифр. Мы берем и делаем 4 прохода. То есть мы берем вот это вот, превращаем в число. И берем там 1 делим на это число, 2 делим число, 3, 4. И берем последние 2 цифры после запятой. Вот. Ну и конвертируем, так как все привыкли видеть хэши в 16-речной системе, как бы мы берем их еще и превращаем в 16-речную систему. У нас получается вот такой вот односторонний хэш. Обратно его расшифровать невозможно. И задача как бы one-way hash functions — не допустить коллизий. На самом деле они намного сложнее, чем вот эта вот дурацкая реализация, и намного более collision resistant. То есть вероятность совпадения одного и того же хэша очень маленькая, и на этом как бы строится вообще вся криптография практически. Вот. Даже вот такая вот дурацкая штука, как бы мы можем заменить как бы одну буковку, вот, и получится совершенно другой хэш. Можно, допустим, вот взять последнюю, допустим, буковку заменить тоже. Мы заменили одну букву, причем на следующую по алфавиту, и у нас совершенно другой хэш. Это называется лавинный эффект. В реальной жизни там есть, допустим, семейство SHA, уже 3 версии этого SHA с разной длиной хэша. SHA-1, который уже компромайст, как бы SHA-2, которые сейчас используются, там SHA-256, SHA-512. Есть SHA-3. SHA-3, в принципе, смысла особого не имеет, если честно. Есть старый MD-5, сейчас вроде уже появился MD-6. Ну и последнее семейство — это Blake, достаточно новое, можно юзать на свой страх и риск. Симметрическое шифрование. Тут немножечко все сложнее, но с другой стороны, симметрическое шифрование идет вообще, в принципе, корнем в века. Все начиная там с шифра Цезаря, как бы со смещением и так далее, и так, тому подобное. В общем, эта задача стояла перед человечеством с тех пор, как они, в принципе, отбросили дубинки, как бы и начали что-то писать на скалах. На скалах? Вы поняли, о чем я. Хороший пример
и простой симметрического шифрования. Это шифр, старый добрый шифр Виженера, который тоже, в принципе, раз 8, наверное, переизобретали. Причем придумал его не Виженер. Но это уже не важно. Допустим, нам нужно взять какую-то фразу и закодировать ее кодовым словом, который знает другой респондент. Вот. Мы берем саму фразу и удлиняем ключ на длину, собственно, того сообщения, которое мы можем, которое нам нужно зашифровать. То есть мы просто берем и повторяем ключ, пока он не добьет до конца строки. Потом мы берем таблицу Виженера и буква по букве, как бы по ключу шифруем. То есть, допустим, нам нужно, у нас есть W, у нас есть J. Мы берем таблицу, берем W, берем J. В таблице оно дает F. Ну и так далее. H, O дают B. И пошло-поехало. В принципе, шифр Виженера с небольшими модификациями до сих пор остается абсолютно криптостойким. Ну, не то чтобы сильно небольшими, но по сути как бы суть та же. Вот. Но единственная его проблема то, что как бы он, ну, вернее, он был абсолютно не криптостойким перед тем, потому что он был не детерминированным, потом ввели плавающие ключи, и, в общем-то, он стал, ну, его можно использовать. Текущий момент, при несколько есть, ну, на самом деле не несколько, дофига, есть алгоритмов, есть старый добрый AES, вернее, Triple DES, есть AES, есть еще старейшие версии 4, Blowfish, семейство потоковых, Salsa, Poly и так далее. В общем, их тоже вагон и тележка. Асимметрический encryption. Вот тут, вот, конечно, мне пришлось немножко пострадать, но в итоге как бы самый простой пример вообще, в принципе, как это работает, это RSA, старый добрый, его в самом начальной редакции. Итак, допустим, нам нужно для начала публичный ключ и приватный ключ. Мы берем какие-то магические цифры, ну, возьмем там 3 и 7. И нам еще нужно магическое число n. Вот. Ну, возьмем 33. Магия. Итак, допустим, у нас Алиса в виде Харли Куинн хочет послать сообщение Джокеру, но зная только его публичный ключ 3. Вот. Нам всего-то навсего нужно, собственно, то, о чем я говорил, у нас есть самый простой криптопримитив, это возведение в модуль, вернее, возведение в степень по модулю. Соответственно, мы берем наше сообщение, публичный ключ, и делаем модуль n. То есть 14 в степени 3 по модулю 33. У нас получается сообщение 5. Чтобы вернуть его обратно, нужно знать, собственно, приватный ключ 7. И вот этот результат 5 возвести в приватный ключ по модулю 33. Получится изначальное число 14. Магия. Мы это прочитать не можем, потому что, в принципе, модуль — это операция необратимая. И, соответственно, ее надо только подобрать. В реальном примере это большие там, 1024-битные числа, иногда 2048. В общем, подобрать их практически нереально. Но не все так просто. Эти три цифры не все как бы дают такой результат. Для того, чтобы вычислить подобные цифры, нужно провести несколько простых операций. Во-первых, нам нужно два простых числа P and Q. В данном случае мы взяли P11, Q3. На самом деле Q3 нельзя ни в коем случае выбирать, потому что это, в принципе, для него подобраны уже все возможные значения, и это, в принципе, убьет вашу криптографию, но для данного примера норм. Потом, нам нужен, собственно, магическая цифра n, которую мы уже упоминали. Она достигается всего-то навсего перемножением этих p и q. У нас получается 33. Потом мы берем эйлеровскую функцию
вычисляем φ. Это тоже очень простая формула. Это π минус 1 умноженное на q минус 1. 10 разделить на, умножить на 2 – 20. Дальше чуть-чуть посложнее. Во-первых, нам нужно выбрать публичный ключ. Он должен быть, насколько я помню, простым числом. И он должен быть взаимно простым числом с φ, π минус 1 и q минус 1. И должен быть больше единицы, но меньше φ. Это достигается только методом подбора. Ну, есть еще несколько вариантов, как нахождение взаимно простых чисел. Взаимно простые числа — это те числа, которые делятся друг на друга как бы, только в одном варианте. То есть, допустим, там... какой у нас там паблик, то есть 3, 3 и 7 там делятся, вернее 7 делится на, блин, я уже потерялся, p минус 1 как бы равно 10, 7 на 10, по-моему, там делятся без остатка или нет, ну в общем да, я уже запутался сам, да, я ненавижу математику на самом деле, поэтому... Вот. Дальше. Нам нужен приватный ключ, который делится, который соответствует формуле public умножить на private минус 1. Вот. И да, опять-таки он должен там делиться без остатка. У нас методом подбора получается 7. И все. Легко, просто. У нас получается пара ключей. Вот, которыми мы можем пользоваться. На самом деле для этого сейчас есть целая куча утилит, которые сами вам все это генерят, и вам этим заморачиваться не надо. Вот, проблема в чем? Цифрами переписываться не очень прикольно. И, во-вторых, вот это вот получивший, вернее, месседж сам по себе, как число, не должно быть больше или равно n нашему магическому числу. В нашем случае N33, как бы поэтому мы можем спокойно передавать 25 символов английского языка, что нам, в принципе, должно вот так хватить. И мы можем написать небольшой Rubik скриптик, то есть мы возьмем, зададим публичный ключ 3, приватный 7, N33, создадим, собственно, словарь, A равно 1B2, ту-ту-ту-ту-ту. Вот. И создадим простейшую функцию encrypt, которая как бы просто проходит по месседжу, превращает его вот эти циферки из дикта и, собственно, возводит степень публичного ключа и по модулю n. Все. Соответственно, обратная история такая же, то есть мы берем те получившиеся циферки из сообщения, делаем обратный словарь, а в нем нашу циферку опять-таки возводим по модулю в приватный ключ и потом, возводим степень приватного ключа и по модулю n. И вот так вот у нас вот такая вот история получается. Вы можете запустить этот скриптик, как бы он будет работать. А, ну да. Ну, ладно, не будет работать. Скобочка появилась. Да. Вот. В общем-то и целом, вот это вот реализация РСА простейшая. Дальше. Все вот эти криптопримитивы, они объединяются в протоколы. Протокол, по сути, это... какой-то набор криптопримитивов с какими-то, может быть, дополнительными функциями, формулами, но суть как бы такая. Протоколами вы пользуетесь каждый день. Протокол TLS, который лежит в основе HTTPS, протокол IPsec, который, если кто-то помнит такой. OAuth — это тоже криптопротокол, SSH — это криптопротокол, их тысячи. И в какой-то момент мне захотелось поимплементировать один из криптопротоколов. Зачем это вообще делать? Во-первых, математики пишут абсолютно страшный код, очень страшный. Математики код писать не умеют.
Если вы возьмете ранние какие-то крипто, любую криптопротокол, написанный на Ruby, вы увидите, что в принципе те, кто его имплементировал, по сути Ruby-то и не знали. Потому что они делают это все каким-то неоптимальным путем, они не знают API Ruby, они не знают ни код стандартов Ruby, ничего. И по сути берут и шаг за шагом по формулам имплементируют в функциональном стиле эти все криптопримитивы, криптопротоколы, просто по спецификации. Плевать, что Ruby — объектно-ориентированный язык, плевать, что в Ruby есть целая куча методов и возможностей сделать работу проще. Херячат, закрывают, прошло спеки, закрыли, забыли. В принципе, это вторая проблема, как бы то, что вообще, в принципе, вот эти проекты сразу же бросаются просто после написания. Ну, может быть, там пару багов исправляется, и все. То есть им по 5 лет, по 7 лет, по 10 лет, и никаких изменений. Потом эти протоколы, версии меняются и так далее, как бы они остаются такими же, как и есть. Плюс иногда эти имплементации не очень корректные. Если брать RFC, например, прочитать, то не все работает так, как оно должно. Бывают просто, допустим, частичные имплементации. То есть вот, допустим, сейчас буквально мы на прошлой неделе замержили pull-request моего коллеги, который добавил в рубевую имплементацию Lipsodium, как бы то, что вообще-то Lipsodium вообще должен имплементировать. И так далее. Вообще бывает нет имплементации. Некоторых протоколов на Ruby, например, нет, либо на JavaScript нет. И тебе приходится садиться, разбираться с этим протоколом и реализовывать его. Ну и вот этот последний пункт fun, это, конечно, можно сказать, что just for fun, но на самом деле это боль в жопе. Сейчас объясню почему. Да, you died, в принципе, там регулярно. Итак, какие проблемы с этим всем есть? Ну, самый вообще, в принципе, как бы первый слайд — это чувак вот этот вот, он придумал протокол OAuth. Вот, это один из авторов протокола OAuth, это автор Request for Comments, ну, RFC для OAuth. И вот этот доклад, я его очень советую посмотреть, он, в принципе, не только о криптографии, не только об OAuth, а вообще о том, что все вот это вот, вся эта бюрократия с AETF-RFC, то есть вот, допустим, он рассказывает, как пока они писали OAuth 2.0, он уже стал не нужен по большому счету, он уже был outdated, потому что 3 года его тыкали AETF, типа, а вот тут вот ты не написал must большими буквами, а вот тут вот ты не соблюдал тело типа RFC, вот тут вот ты там еще что-то. И он рассказывает о том, что, в принципе, вся эта бюрократия, она на самом деле не смотрит, насколько вообще, что ты туда пишешь. Сейчас я это покажу. Вот. И в итоге, пока они 3,5 года согласовывали этот RFC, рынок завоевали мобильные телефоны и, допустим, из-за этого до сих пор, если вы по OAuth в нативном приложении в мобильнике логинитесь, то он вас перекидывает на страничку, потом обратно и все дела. В общем, в итоге чувак попросил убрать свое имя из авторов RFC и никогда больше его не связывать с OAuth. Посмотрите, он объясняет это лучше почему. И вторая проблема еще в том, что вообще в принципе большинство криптопротоколов на самом деле написаны, ну, скажем так, абстрактно и расплывчиво. OAuth, как только он появился, OAuth версии 2.0, они сказали, ну, вы знаете, мы писали протокол, а получился фреймворк. Ну, типа, мы тут вот это не реализовали, вот это не реализовали, it's up to you, как это реализовать. В итоге, буквально в первый же день Facebook сделал свои экстеншены, Google сделал свои экстеншены. И сейчас этих экстеншенов для OAuth просто вагон и тележка. Другой пример. Собственно, та библиотека, тот протокол, который взялся реализовывать на Ruby я. Secure Remote Password Protocol. Википедия дает 6 ссылок на RFC, в которых описаны какими-то частями эти протоколы.
этот протокол. И проблема в чем? Вот у нас, допустим, есть RFC 2944. В нем ни хрена нет про SRP. Потому что здесь просто берется и указывается на RFC 2945. Другой протокол. RFC 5054. В нем уже описывается частично RFC-протокол, но потом он тоже ссылается на тот же RFC 2945. А RFC 2945 ссылается на выступление Тома Ву, собственно, создателя протокола, на конференцию, на симпозиуме 98 году, страницы 97-111. Более того, кроме вот этого вот пейпера, там есть еще примерно 5 пейперов, которые находятся в разных местах, в которых описываются части этого протокола. Целиком и полностью этот протокол не описан нигде, ни в одной бумаге. Вот дизайн-пейдж этого протокола. Ну, это кусочек его скриншот. Вот. Тут вот идет описание об абстрактности. Оп, all arithmetic is done by modulo n. Собственно, возведение в модуль n. Поехали. Формулы. Что из них считать арифметикой? Ну окей, то, что у нас не хэши. Замечательно. Как люди это интерпретируют? Ну, вот, например, S. Вот так вычисляется. Вот это правильный вариант. То есть у нас идет вычисление, и потом возводится модуль N. Вот так вот реализовала его Mozilla. Но более того, not SRP, по-моему, делает это вот так. Извини, Андрей, я думаю, что это перформанс-оптимизация. Это оптимизация, я понимаю. Но, понимаешь, когда ты реализовываешь протокол, и не дай бог, это еще блэкбокс, ты никогда в жизни не догадаешься, какой именно из вот этих трех вариантов используется конкретной реализацией. Их тикетры? А? Их тикетры? Я думаю, что... Ну, вот этих три варианта. Это только одна формула из... Результатом будет... А? Результатом будет эти самые. Нет, не будет. Ну да. Вот. Ну, в общем, да. Это происходит вот так. Я много видел такого говна. Вот. Но это еще не все. Возьмем B. B вычисляется тоже достаточно вот такой формулой. Вот, причем в дизайн-пейпере вот этого модула N нет. Хотя вот это вот все, это стандартная вообще формула Диффи-Хеллмана. В общем, проблема в чем? Вот в таком варианте, который многие применяют, применяли, все... Если просуммировать некоторые трансформации, то есть мы берем просто формулу и, как бы, зная значение, мы можем вывести вот такую формулу. И в случае, если у нас V — это verifier, это, собственно, засторенный пароль в хэше, если он, допустим, больше, чем B, то высвобождается, ну, в лучших случаях высвобождалось первых 256 бит V, который приватный, который не передается. Соответственно, один запрос на SRP-сервер, мы получили B, и потом мы вместе с B, которая публичная, мы получаем 256 бит приватного V. И дальше мы можем просто кракать паспорт офлайн на ASIC, например. А B каждый раз это рандомная, ну, вернее, по сути, каждый раз разная при каждой передаче. То есть оно не детерминировано. Это вот исправляется вот таким вот путем. Собственно, как указано в дизайн-пейпере. Вот. Но этому всему, по этой всей уязвимости подвергались практически все имплементации SRP, которые были на тот момент. В том числе, по-моему, и Blizzard-овская. Так, поехали дальше. Описание. Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту. Мы должны друг другу подтвердить, что у нас есть приватный ключ, а
Один из возможных вариантов. Один из возможных вариантов. Это три, которые только я встречал. Есть еще варианты. HABS, HABK, HN... Короче говоря, и самое интересное, что вот эти все варианты, они, кроме вот этого... А, и этот тоже, этот в 2094, по-моему, встречается. В общем, они все в разных РФЦ. То же самое с обратным подтверждением. Минимум два варианта есть. HIMS, HIMK. И тут внезапно в двух, в одном пейпере и в одном РФЦ я нахожу еще и вот это. Ну, во-первых, как бы можно кроме SHA какую-то другую функцию, но она H на то и указана, потому что ты можешь другую функцию одностороннего хэша использовать. А также one possible construction uses HMAC. Короче говоря, все это обозначает, что когда у нас уже вычислен K, то мы можем вместо вообще всех этих формул, вот этих двух, мы можем использовать HMAC, в котором ключом будет K. И, в общем-то, это вот еще четыре возможных варианта. Записывай HMAC в предыдущий раз, мы как раз... Да. Поехали дальше. X. Это один из самых важных моментов. В общем, вот это вот четыре возможных варианта, которые я тоже встречал в разных библиотеках. В RFC 5054, который в основном используется, описан, например, вот этот. Чем он плох? Тем, что мы привязываемся к одному как бы логину, и когда у нас, допустим, человек хочет поменять логин, нам надо перегенерировать херам половина всех как бы значений. Потом я встретил, что в принципе как бы, ну, хешировать, а здесь, собственно, пароль хешируется. Вместо того, чтобы хешировать пароль, давайте использовать k-derivation functions. Что такое k-derivation functions? Это специальные односторонние хэш-функции, которые придуманы для паролей. То есть их задача не быстренько генерить уникальные хэши, их задача брать пароль, хешировать его и потом максимально возможно, быть максимально медленным для того, чтобы сделать невозможным брутфорс или радужные таблицы как бы по этого пароля. Соответственно, там применяется соль, там применяются специальные алгоритмы, которые memory hungry как бы и не дают тебе перебирать больше, чем определенное количество операций в секунду. Примерами таких КДФов там есть скрипт, есть bcrypt, есть argon2, в общем, тоже их достаточно много. Вот. Но к тому же всему, кроме вот такого вот варианта, есть еще вариант, когда соль и paper как бы оборачивались еще в HMAC зачем-то, потом как бы засовывались в этот КТФ. Security. Но самое веселое, что... То, кстати, вот почему есть такое выражение «do not roll your own crypto», да? Во-первых, вы никогда не придумаете, если вы собираетесь совсем придумать свой алгоритм, и вы никогда не придумаете это круче, чем оно сейчас есть, потому что минимум вы не там профессор и академик как бы Стэнфордского университета. Во-вторых, даже самые крутые функции, они все на них находились векторы взлома, и они совершенствовались. Свое ваши взломают, скорее всего, быстрее, чем, блин, ветер. Во-вторых, если вы имплементируете, собственно, допустим, протокол, вот был пример ошибки, допустим, когда мы моден упустили, и это привело к возможности кракания паспорта. А вот здесь вот я, например, нашел в одной из реализаций, при конкатенации у нас конкатенировалось username, с паролем в бинарной строке. Вот. Соответственно, как бы там тоже был вектор, ну, не было вектора атаки на самом деле, но это был потенциальный вектор атаки. Ну и немножечко бонусов. Во-первых, fucking UTF-8. Как мы знаем, половина этого всего open source библиотек пишутся американцами. Американцы, в принципе,
половина американцев никогда не выезжали за межи своего штата. Что уже говорить о том, что они должны догадаться, что есть другой язык, кроме английского, и символы, кроме латиницы. Соответственно, у ТФ-8 абсолютно по-разному часто кодируется в зависимости, например, от языка программирования. У нас были проблемы, с которыми вот Леша долбался, в том, что JavaScript, например, кодировал по одному, Ruby по другому, соответственно, у нас не совпадали хэши, и там, 30 часов дебага. Вот. Второе, как бы нет вообще согласованного, допустим, в том же протоколе SRP, нет согласованного, по сути, способа перевести строку в бинарный вид и потом уже, допустим, хешировать. На деле все библиотеки вообще работают с бинарными как бы представлениями. Вот. Более того, вот есть еще вторая проблема binary values representation, то есть если там, допустим, в SH описано, как бинарные массивы преобразовывать в другие бинарные массивы, как бы и это все хеширование, на деле как бы часть, допустим, джаваскриптовые очень часто работают в имплементации с со строками в 16-ричной системе. Передача тоже идет, то есть я видел, где-то идет в бинарном виде, где-то идет в цифровом виде, то есть в десятичных числах, где-то идет в 16-ричных числах. Из-за этого очень много возникает проблем как раз на этапе конвертации, потому что там есть паддинг, там нет паддинга, и пошло-поехало. Поэтому лучше всегда, в принципе, принять какой-то один формат данных, с которыми вы будете работать во всех формулах. Да, это будут, скорее всего, бинарные массивы, но поверьте, это будет намного лучше, чем разбираться, какое из этих значений дало нам сбой. Дальше. Собственно, вот имплементации, incompatibility имплементации, то есть, допустим, OpenSSL иногда выдает немножко другой хэш, чем натрий-хлор, липсодиум, короче говоря. Иногда, как бы, там, опять-таки, имплементация на чистом JavaScript SH может тоже выдать какой-то абсолютно не тот результат, который у тебя выдает OpenSSL и так далее. То есть это тоже еще тот геморрой. Ну и бонус ограничение Ruby. Я уже говорил о том, что основной как бы криптопримитив — это возведение в степень по модулю. Вот. Если в нашем примере все было круто, как бы мы там пыщ, получили 9. Но если у нас вот такое вот число, например, вот, то Ruby, да, оно выкинет просто вам exception, warning, вернее, и вернет нам. Так вот, до этого года в Ruby не было нормальной возможности возвести в степень по модулю большие числа, кроме вот этого. Более того, мы не можем сделать require OpenSSL BN, например, big number, потому что в Ruby, если ты вызываешь OpenSSL, весь OpenSSL сразу подтягивается со всем, что тебе нужно, со всем, что тебе не нужно. С реализациями PKI, с реализациями этого самого, TLS. В общем, вы берете и вот этим сразу же ради одной операции. Вы загружаете себе в память весь SSL со всеми его проблемами. Смотри, не хочешь заняться криптографией? И это полный мрак. У меня от этого горело, и тут внезапно переможенька, где-то примерно в этом начале этого года или в конце прошлого, наконец-то после того, как я пнул кого-то на гитхабе по поводу этого всего, смержили годовой давности pull request, который делает, собственно, нормальное возведение в степень по модулю. Настала перемога. Вот. Ну и на этом у нас все. Я хотел еще, кстати, показать итоговую как бы реализацию. Это
реализация, которую я начал писать. И вот для понимания, комментарии каждой формуле с каждой incompatibility issues и возможностью расширения, которую я встречал. Тот самый момент, когда вот эта кульминация становится примерно... Это темплемент Этера, да? Ну, это абстрактный класс, там, собственно, поэтому... Нет, это абстрактный класс, а имплементация в разных движках, которая реализует вот эти все разные формулы. В общем говоря, абстрактный класс, в котором кода, по сути, как бы там 40 строк, 362 строки. Все остальное — комментарии. Ты жердок юзаешь, или автоматизм рекомендует код, правда? Это все для имплементаров. В общем, какой из этого весь вывод? Во-первых, если у вас есть возможность не реализовывать какой-то криптопротокол, не реализовывайте. Второе, если у вас нет возможности не реализовывать этот протокол, возьмите документацию, посмотрите, насколько она адекватна, и увольтесь. Если такого варианта тоже нет, например, потому что увольняться не у кого, приготовьтесь к боли. Вопросы есть? Давай. А может быть это вот такой вот один вот этот неудачный странный протокол есть, но вот это был именно СРП, а со всеми остальными получше? Все то же самое. Если ты залезешь, ну, вот я приводил пример УАУС, там то же самое. Там просто намного все больше, как бы там, по-моему, 60 страниц РФЦ, но там также все абстрактно описано. Там описаны основные моменты. А все остальное вы можете так, вы можете вот так, а вы можете еще вот так вот, а вот так вот, вот тут можно сюда это всунуть. Поэтому в итоге там родился еще OpenID Connect, который берет протокол UAUS 2 и уточняет все вещи, которые там не уточнены. Но когда его начинаешь реализовывать, там вообще жопа. Есть, допустим, протокол тот же TLS. В TLS тоже несколько vulnerabilities было, как раз из-за того, что там как бы были разночтения. В общем и целом, как бы, ну, по сути, практически все, что я встречал, описано в лучшем случае хорошо. Не отлично, там, а хорошо или терпимо. Только базовые протоколы, которые веба, как бы они там еще с какого-то 1968 года, вот они описаны клево. Все остальное как бы вот так. Порядок таких, там не то, что сейчас. Почему просто OpenSSL не видите? Ну, типа, просто за него, к нему видеться, через него добавить. В смысле OpenSSL для SRP? Ну да. А в OpenSSL SRP специальный там SRP для TLS, который, собственно, в RFC 5054 описывается. И он очень специфичен для целей самого OpenSSL, ну, вернее, не OpenSSL, а даже для целей TLS. То есть SRP — это один из возможных методов аутентификации в TLS. Вот. Но для, скажем так, для того, чтобы взять и реализовать вот эту вот всю аутентификацию просто в приложении, он не катит. А второй основной боль была как раз конкретно в Ruby и, собственно, в JavaScript. Ну, скажем так, там было как бы... Моя боль была в том, что все реализации вообще, в принципе, на Ruby, они, во-первых, использовали SH1, который уже давно компрометирован, и в том числе они использовали SH1 для того, чтобы хешировать пароли. Соответственно, весь поинт как бы, использования этого протокола пропадал, потому что SH1 сейчас ломается на асиках вот так. Ну понятно, я к тому, что можно было, в принципе, как-то другое. То есть так, как вот Леша предлагает, через библиотеку с OpenSSL можно, в принципе, было написать на другом языке FFI и, пожалуйста, подключив себе юзер. Ну или цель была конкретно Ruby.
Дело в том, что другие реализации тоже не особо блещут как бы новизной алгоритмов. Лучше всего с этим всем в, как ни странно, в JavaScript, в котором есть пару реализаций, в котором используется SKA2. Вот. А допустим, если ты хочешь использовать KDerivation function для хранения как бы верифайера пароля, то и при этом при всем, для того, чтобы его туда всунуть, нужно почку продать на самом деле, потому что как бы там настолько плохо написанный код, что проще переписать с нуля. Ну окей, у нас появится новая реализация. Я на самом деле на TypeScript еще пишу ее. Это ты реализовал для внешнего использования или просто для внутреннего? Для внутреннего. Я просто потом как-нибудь расскажу, для чего его использовал. Нет, просто зачем именно вот это вот SFP? Других протоколов нет? Для протоколов передачи, вернее, протокола аутентификации без передачи паролей плейнтекстов нет. Есть еще один AUHPAIC называется. Он сейчас в драфте RFC и заглох. Потому что там, в принципе, как бы, опять-таки, это проблема AETF как очень-очень бюрократичная организация. Чуваки года 4, наверное, уже этот AUHPAIC пытаются как бы закончить, наткнулись на всю эту бюрократию и походу забили, потому что в последнее время там никаких комментариев к нему не идет. Скрам еще можно зовет. Salted Challenge Response. А, да. Salted Challenge Response. Ну, в принципе, тоже, ну, как бы вот... Как раз для паспорта. Вот этот вот вариант, как бы он самый такой, во-первых, скажем так, секьюрный при должном подходе, собственно, если ты применяешь последние криптопримитивы. Вот. Во-вторых, как бы он проще. Все, на этом все. Быстрый, наверное, переход или нет? Быстрый переход и lightning talk.